Смотрите, мы приметали нашу нижнюю юбочку, ну вот так вот, вот так, наверное, видно будет, да? Мы приметали нижнюю юбочку к верхней юбочке. Молния уже у нас сшита. Вот этот вот кусочек мы подошьем на первых порах потайными стежками, потом закрепим вручную. И дошли мы до нашего пояса. Пояс имел, вот заготовка пояса имела вот такой вид, напоминаю. Поэтому я, что я делаю? Я сейчас вот эту вот меточку буду соединять, так, виноват, вот сюда мне надо сделать. Вот так я делаю. Значит, вот эта меточка у меня будет соединяться с зубчиками молнии, что ты будешь делать. И я опять колю сюда булавочку. А вот эта меточка у меня соединяется вот с этими зубчиками молнии. Это конец у меня будет. Я колю булавочку вот сюда, только к одному слою. Так вот поставила булавочку. А потом я растяну. Вот так. Так. Да. Вот так все растягиваем. И прикалываем булавочку где-то посерединке. То есть прежде чем приметывать поясочек юбки, я тоже приколю вот эти все мои булавочки. То есть я поймала вот эту картинку. И сейчас я спокойненько буду приметывать со стороны слабой ткани, то есть со стороны юбочки. И вот здесь слегка-слегка ее немножечко припосаживая. Все.